история началась задолго до того, как появился наш мир. Это история о четырех стихиях, о четырех временах года, о музах, которые дают нам вдохновение. И вот однажды они встретились. Нежность и драйв, а за гордым греческим профилем скрывается ранимая душа. Наверное, она знает все песни мира,
играючи поет и старинную классическую арию, и электронный рок. Она умеет вдохновлять и дружить. Здравствуйте, девочки. Теперь я буду жить с вами. Света, уверенная, стильная, не по годам взрослая, ворвалась в эту компанию неожиданно и подзадержалась. Она чарует, колдует и завораживает своим голосом. Легко расскажет про ваше прошлое, настоящее и будущее в тихой доверительной беседе. На раз организует грандиозную вечеринку и сварит кашу из топора. Ее яркая деталь не только красная сумка, но умение вовремя сказать, как отрезать. Thank you.
представляете, насколько это интересный персонаж. Женя ехала в Москву, но абсолютно не знала, что ее там ждет. Она хотела стать великим дирижером, а ее лучшими друзьями всегда были книги и ноты. Она любила одиночество, и желание общаться с другими людьми в ней возникало редко. Но эти трое... Прекрасная
Thank you.
Час я проведу так далеко от вас.
Thank you.
Дорогие друзья, встречаемся на концерте группы «Теамо» сразу же после антракта.